последней фазе, так вот, блядь, не стакайте слишком много. Давайте резче резайтесь, нахуй. Жрите рыбу. Быстрее все это Или делаем. вам, как дебилам, блядь, говорить, на ком висит освобожденка, чтобы, блядь, перестали кастовать? Нет, тут надо, смотри, сейчас я тебе прям напишу. Но у нас на третьей фазе Хэл и Бидон получали вместе несколько раз подряд Я 5 раз освобожденку. подряд получил. Поэтому то, что Бидон набрал стаки, возможно, не его вина, он, может, танка захиливал. Не, это все понятно, но там 6 хилов, у них тоже есть там и исповедь, и крылья, блядь, и быстрое восстановление, дохуя всякой хуйни, На которую меня можно 40 найти. секунд висел это хуйня. Еще есть 2 ретрика, Вилан и Рарник. У них есть флешка, можно флешкой танка подхиливать, руки можно Я кинуть. хилю, чувак. Ну вот, так что стойте в кружке, ну, глыбы надо звезду ставить. До берсы еще 2 минуты, мы падаем, блядь. Да это не мы упали, это босс нас Да, ранил. тут как бы, Уронил, ну, да, убил. если бы без этой хуйни. Бидон вынес из рейда, как бы, он просто не успевал звезду, он ее унес Да подальше. не, это мы бы ее разбили бы. Давайте. То же самое было бы. СС там от КДшца раздадите заново. Нет. Не могу понять, ровно ее поставил, нет? Пойдет. Нормально. Притяжка будет. Беги, малышка, беги! Ну, освобожденку, не лопайте, ну, блядь, ну следите вы за ней, блядь, убили приста просто так, нахуй. Ну, посмотреть, кто это. Ну, ты обжигающего по-любому сдох, видишь, он не добежал нихуя. А что, звезду нельзя поставить было? Алло, блядь. На лестнице слева. Минус Бамс. 2. А, да, не успел добежать. Три человека падаем. Сука, блядь, прям в центр. Я в ахуе просто с вас нахуй. Ля, не умер, ля! Нифига повезло. Да не успел, блин, я вот эту выносил и, сука, накинулась. Дрейк инвалид, ответ на удар, 100 тысяч по рейду. Там. Соберите тряпки. Бедон 71. Хороший ром. Ты где мой волк, и сын? Фига, что завезли. Состав молодеет. А, все понял, кто это. Друид инвалид 12. Ловите глыбы! Топа, перестань. Хорошо. Связываю, да? Игра 3 плюс. 0 плюс. Но не по интеллекту. Мне 0. Еще не родился, уже играл, нахуй. Клича убивал в гере, ебать. Да, еще не вышел, а ты уже убиваешь его. Уже спрос идет. Вот хули вы разлеглись, нахуй. Вот у меня такой вопрос. Вот я уже рыбу ставлю, уже ем, нахуй. Как дела, нахуй? Хули вы лежите, блядь? Это вы так убивать хотите или что это, блядь? Натали, блядь, не успел, да? Кулдаун, блядь. Ну, пиздец. У меня 30 секунд было кулдаун на Какой возрождение. кулдаун, блядь? Вон, ну, блядь, покидаешь тело, заходишь в инст-портал, нахуй, на коня и сюда, нахуй. Я уже, Все, в вот, школе расскажешь. поел, нахуй. Хорошо, обязательно скажу. Теперь да, нажимаем. Ебать вы дрочите нахуй, просто время проебываем с вами, пизда, блядь. Как ты догадался? Да. Учитки по истории расскажу, скажу, знаете, офигенная история была. Нахуй. Сделайте нормально все нахуй, пару раз, блядь. Бага не будет, и мы убьем нормально. Чё за хуйня, блядь. Завтра, чтобы все были на РТ, блядь. Все, кто сегодня есть. Никого нету тоже. Прошу, шеф.
От тех, кого нету, как услышат. Кухня. Ну, блядь, передадим нахуй. Это уже нас не волнует. В Диси нахуярим. Суровый пост. Блядь, как я завтра отработаю. Может, меня на больничный отправят. Если я уже на больничном. Иди на мардаун-то пару ходок, пожалуйста, иначе сейчас сдохну. Притяжка, блядь. Отбегаем, блядь. Кто сдохнет, тот пидор. Я форд забыл поставить. Да потому что меня сбили с панталыку. Ты самогона накурился своего. Короче, опа. Это ну, на одну больше. Падаем еще раз, я ебал эту хуйню. Окей. Что-то не убьет. Ну как, не убьет, убьет. Убьет, убьет. Как мне нравится, когда эта команда умирает сразу. Сразу всем все понятно. Это единственное, что типа выполняется нормально. С первого раза понимаешь, что нахуй не выполняется, блядь. И тут косячим. Когда надо... С платформы Лича пиздато прыгать. У нас акция, короче, убери приор в ноль. Да. Хз, о чем вы вообще? Я не знаю, в чем трудность, нахуй, это пиздец, наверное. Ну, в голове, наверное, у кого-то трудности там. Почему нельзя сделать нормально? Это, наверное, трудно, пиздец. Главное, что не рай в голове. Надо... Пиздец, вот у рейда все есть. Хилы есть, ДПС есть, танки есть, которые все делают четко, нахуй. ГП есть. А головы нет. И надо как бичам, блять, падать на бомбе, нахуй, на притяжке, нахуй. Блять, вы когда поймете, что это нельзя делать? Нельзя падать. Блять, хуже. Я потянуло, и я моментально сдох, и даже пробежать пару метров не успел. Вы сможете, я вас верю. Ты чего тут набираешь так, расскажи мне. Все говорили, что хилов. Что я под освобожденкой вообще не хилю. Если только танк начинает падать, тогда ты начинаешь что-то делать. А так нахрена, просто так нажимать кнопки. Ревюшки твои никуда не денутся, не переживай. Я сбросил перед дыханием стаки, у меня было там 15 секунд, я просто лечу туда, прожимаю на себя щит крылья и сдыхаю моментально, все. Просто не сделай так, чтобы ты не сдыхал никогда, вообще никогда, и все. Не надо, ну... Я первый раз за трай сдох на притяжке. За 6 трай первый раз сдох. И сам не понял, как. Я уже все проверил. Ну, надеюсь, такого больше никогда не будет. Бля, ты зайдешь в инст, там, может быть... Да я пытаюсь, у меня не заходит этот долбоёб. КД на вход, ты в инст. Слишком много раз заходил. 47 минут. Камера уперлась во вход в инст. Ахаха, смешно про камеру. Подойди к стене с отдаленной камерой. Зато правда. И повернись спиной туда. Ну подожди, он же правда сказал. Уперлась у тебя камера. Знаешь, это реально так уперлась, там дальний фрейд улетаешь далеко, там тебя вообще в цепь улетает, в стенку. Ну вот, я на отдаленной камере. Я вижу, ну пол зала вижу. Ну упрись в стену. Ну вы сильно в стену не упираетесь, когда вот бегаете. Ну максимум идет. На уголки вот встали вот тут вот. Здесь. А потом... А то правда неудобно очень, блядь. Которая не должна была по факту быть. Ну ладно, ну я не знаю. У меня камера, ну типа, на одну секунду встала от первого лица. Да ладно, я тоже пока что умер. Ладно, что-то. Ну я-то ГП не получил. А, вот. Кстати, не почему. По факту это не мой фейл, а того Дорика, кто разлил эту такого. Ну типа глыбу тупо на лестнице. Лишнюю. Да. Это. Ты должен был среагировать и сразу камеру отдалить. Так я среагировал, встал нормально, типа, но у меня. Я же не ожидал, что у меня камера резко поменяет положение на 100 метров. Мардан, ты где там, блядь? Я стою, прогружаюсь. У меня какая-то опять проблема, как вчера в СРС-кой. Я не знаю, что у меня с телефоном, с интернетом. Ты, может, рано зашел? Ну, типа, еще не все упали. Ну да, рано ты... было. Ну, прилогайся. Прилогай, закрывай его. Нажимай и заново заходи. Пиздец, нахуй. Вот не вайпы, так начинается какая-то залупа. Свет, блядь. Все на месте. Сука.
Жири. Надо набор в гильдии делать. У чулов, которых там свет не отключается. Не дал, не дал. Бин хороший. ФПС 99. Да, мозгов, а мозгов нету, нахуй. Падают, блядь, на глыбе, нахуй. Зато 4 ФПС воет, нахуй. Пиздец играет, нахуй. Чё, надо принять, я просто на... на... Я на освобожденке встану в уголок и буду там просто сидеть. Рассказывали сказку раньше такую, вот. Что-то там дед что-то насрал в коляску, поставил в уголок, чтобы никто не уволок. Знаете такое? Нет. Ну вот, есть такая хуйня. Где-то слышал, но не скажу. Что за коляска, что за дед, я никогда понять не могу. Знаю, шеф. Призан, тут, Вилаша, Рарник, Мидарк. Мидарк дамажит 12 тысяч, это уже хорошо. На нем высвобожденки не было. Это же круто. Дайте интеллект по престам, пожалуйста, еще раз. Маги. Ой, блядь. Мидарк, все готовы, написала. Поехали. Родители дома уехали. Ой, я куда-то уехал далеко. Малиновая лада. Малиновая девятка. А был по столе? Вишневая семерка. А. Пурпурная шестерка. Серо-буро-малиновая, блядь. Цвета будем играть или бить босса? Ага. Будем играть в игру. Кто сдохнет на притяжке и бомбе, тот хуесос. Пидор. Да, хуже даже. Негр? Нет, еще хуже. Стример хуже пидораса. Осуждаю. Осуждаю. Старая поговорка. Ебать. О, прикольно. Вау. Говорится, ноль помощи. А чё, вас подкинуло в воздух? Чё это? Ты в воздухе отлетела. Мардаун, вставай, звезду. А как это? Ты телепортировался. Ну, перевели, походу, её. Да, мы прям... Мы заебали, она решила раньше. Да это мощно было. Как бы сейчас... Я говорю, я просто сел возле лестницы, просто сел, и меня хоп, и такая... Смотрите, хуйня, там, где бомбы падают, лучше не пиздите. Вот близко справа падает. И четвертая по центру. Самая правая последняя вообще стоит. Безумно. Фуловая просто. Фуловую разбейте там в РДД. Про меня забыли, блин. Ну да, пошел я нахер. Спасибо. Научите Белфаст, а потом дамажить. Вот 4-4, что-то дамага нету. Дамажил в этом, запомнил. А, надо будет глянуть на сурке. 19к у него на сурке, по-моему, было. А, ну нормально тогда. Сейчас освобождем кивана. Так. Я понял. Вот, не города. Бывает. Два пидора. Так, ну, бидон в ствалку, юза его захиливайте. А притона реснет. Да не надо мне резать, у меня лагает, пиздец. Да, не взял. Разлагивай, ну, все равно побить надо. Попробовать. Камеры двигаешь. Слева, на лестнице. Все бегают у тебя. Ну, если бегают, то надо резать, бить. На лестнице. У меня еще глыбы дальше нет. Тихо. Ладно.
Скажешь, если разлагаешь. 4, 3, 2, 1. Беги, малышка, беги! Когда улетит, вставалку заюзаешь, Белфаст. Давай, юзай вставалку, захиливайте его. Ставим. Дыхание зашел. Нахуй под дыхание заходит? Это притянуло его под дыхание. Я три глыбы подрезал. Он слева хорошо побить, лево, лево, лево. Я там добавлю. Вообще у нас один. Он говорил, что больше такого не повторится. Третья панель. И справа последняя, четвертая. Не разбейте глыбы. Помогите, блять, глыбы разбить. Алло. Не глыбы. Иди, ну, самую левую, разбейте самую левую дальнюю. Так, мордаун-то резнули, да? Или там СС был? Не-нет, я камень взял. Да. Ой, бля, скос. Да, еще притяжка ага. Будет скоро. А, у меня есть 1% до фазы еще. Беги, малышка, беги. Не бегаем. Первую звезду и сразу разбить. Так, вторую звезду будет притяжка, готовимся. Захилить на фул, засчитывать. 4, 3, 2, 1. Готовимся. Вилашу на фул держите. Подхильте. Ну, шмана быстрее хилим. Так, притяжка. Глыбу это зергайте и следующую звезду сразу разбить. Куда? Милики ушли. Дальше пройди. Так, сразу разбиваем. Все спокойно делаем. Главное, не делайте глупостей никаких. Нормально убьем. Так, бэм, бэм. Сразу разбить. Так. Разбиваем. Лашу хилю. Следующую тоже. Звезду и тоже сразу разбить. Следующую звезду и будет притяжка. Готовимся. Так, мордаунт. На фул хп поднять, щиток дать. И Вилашу на фул хильте. Ждем притяжку. Аккуратненько подбиваем. После того, как притяжка закончится, быстро зергаем глыбу. Уже бейте, уже бейте, уже бейте. Следующую звезду сразу разбить. Вот некромантика на фул поднимите. Милики ушли. Ну куда ты? Не спеши, Вилаша. Две глыбы быстро разбивайте дауны. Нахуя вы две морозите? Войда захильте. Следующую звезду сразу разбить. Равник. Буду скидывать. Вилашу поднимите. Вилашу быстрее. Вилаша забрал босса. Держите его. Так, сейчас скидываем. До берсы дохуя времени еще. Давайте играем осторожно. Пару минуты. Да, мало, конечно. Следующую звезду и сразу разбить.
Еще да. До притяжки подождем, там будем зергать уже. Выбора нету. Так, следующую ставим, будет притяжка. Готовимся. По боссу-то домажьте, доты как-то обновляйте. Вилашу подхиливать, сейчас он танчит. Так, Вадикон висит. Развисай. Притяжка сейчас будет. Готовимся. После притяжки глыбу зергануть. Еще парочку поставим. Ну, еще одну поставим. Еще одну звезду и сразу разбить. Еще одну ставим. И после нее все в стороны и Геро. Ну, 12 лямов, я не знаю. У нас выбора нет. Притон, ты тут? Вилашу хильте. Вилашу хильте. Я Вилашу. Тут. У меня какой-то вурдалак возле Сенгри бегает. Видите, она здесь стоит. Да, тих. Все в сторону. Геро фулл ДПС. Я не знаю, надо пробовать. 30 секунд, 35 до берсы. Давайте там все какие-нибудь там массакры. Да что-то нахуй не хватает, походу. Хуярьте изо всех сил. Незыбки отдаем сейчас по очереди. Гибны на хп. Так, даю незыбку. Давайте хуярьте. Берса 10 секунд, баблы готовьте. Только разбивать будем вообще, или он там сам хилы, должен быть? Хилы, давайте, гимны на хп. Баблы готовьте, Вилания. Все, она убивает сразу. Ну это притон лежал, нахуй. Пиздец притон, блядь. Че, у тебя разлагало там, нет? Нет, ну пойти модем ребутнуть. Ну ребутай. Лишняя глыба еще. Лишняя глыба, вот эта вся залупа, нахуй. ДПС хуёвый у некоторых людей. В принципе, босс убиваем. И кастерам, блядь, вам надо, ну, пока мы глыбу носим, надо больше урона по боссу давать. Вы не думаете, что, да. Что вы пришли, кастеры, слышали? Стоите за глыбой и просто нихуя не делаете. Если на вас нет освобожденки, вы, ваши действия, вы скинули, вот глыбу поставили, звезду, вы посмотрели на свой дебаф, и таинственная энергия скинулась, сделали шаг вправо и дамажите, и добавляете доты. Если вы этого не будете делать, мы никогда босса не убьем. 9 освобожденок. Про минуту. Вот просто 9 освобожденок с пула. Вот как началось, и все. Да похуй на освобожденки там, блядь, добьют босса, просто надо его бить. Не стоять в кружке и нихуя не делать. Наверняка учили, блядь, дохуя. А я вообще весь бой ничего не делал. Но я 40 меня... секунд под освобожденкой был. Я проклят. Прям подряд. Пула как кинула, и до самого конца. Вот всё, только на лопате. Жрите рыбу быстрее. Начинаем. Все нормально, просто надо сейчас не сдохнуть никому. Так, это притона ждем, да? Угу. Минута есть же? Как ты заебал курильщик, мифик. Ну блин, одно бросил, хоть как-то за меня. Все, сейчас я быстро. Знаешь, лучше бы ты пиво пил, блядь, как синтек. Не, я вот синьку не люблю. Вот молоко я люблю. Ну, я имею в виду. Синтек допился, и где он сейчас? Обрыганный валяется. Эти мои мысли. Я не помню, куда я брыгнул, пожалуйста. Притон там зашел, нет? Зашел, прогружаюсь. Теперь мифика ждать будем, пока он там, блядь, накурится. Я по 3 саппорта вам давал, куда вы их дели? Так мы тут со скольки... Все, вот уже кончились. Нахуй. Да, 7 минут у меня последний остался. Качайте алхимию, хули я могу сказать. А чё алхимию? Для чего?
Что, типа, 60 баджиков надо. Похуй. Она продлевает баф от фласки, что там, на час, да? Да. Полезно. Они же эффективнее на 50% вроде. А, еще да, эффект больше. Попрот нет. Бесполезно. Пиздец, блядь. Да-да. Я тут, я кнопку настрою. Нифиг, подошел. Бидон тут. Все, килаем. Рыбу ставили, да? Да. Значит, не успел. Вот еще раз тебе рыба. Я на пир всех рыбок под 100 штук наловил, пока смотрелось. Все, поехали. Пейте припод, и 5 человек только пьет. Да вообще охуеть. Тихо-тихо. Уже лучше. Лаги хули. Плитон лагаешь? Да, немножко. Старайся там. Далеко по центру. Предугадывай это. Что босс будет делать? Что, две упало, да? Третья. Так, и четвертая. Там же, слева. Ну, было бы нормально раз. Да все нормально бьется. Тяжко будет, готовимся. Беги, малышка, беги! Так, СС откатились у вас? По Вадикону уже залетел. На Мордан-то кинул. И третий. Злобному дать, да? Злобного нету. А, кому злобного? Друид инвалиду. Злобный нас покинул. Ну, печально. Думается. Какая жалость. Стопните по левой или все? Угу. Ой, блять, еще ж третья будет, да, взлетка. Может, и не будет, если сейчас сильно задамажу. Да нет, там 50%. Сейчас притяжка уже скоро будет.
нет, столько ДПС. Вот приоденем этих людей. Беги, малышка, беги! Ебать, сука, нахуй. Тоже, да, два раза. Обычно. Друг инвалид трясы. Да хули толку, она, сука, самого нахуй пула. Давай, 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 баф ему даем, работаем. Портал не забудь. Да, не левая. Он мы здесь стоим. Так, слева падает. Левую побольше побейте. По центру и последняя четвертая слева далеко, готовимся, глыбы зергаем, зергаем глыбы. Два процента, 1%. Готовимся. Фаза пошла. Глыба 2 секунды. Первую звезду сразу разбить. Владикон. Хильте. И 3 хила на этих. Нормально, еще 3 есть. Там не хлопайте, уже ничего не делайте там. Вот следующую туда же будет притяжка. Меняемся. Так, муфик. Муфик. За это на фул. И Вилашу поднимите, Вилашу на фул поднимите. Че это за лампа, блять? Ну, нахуй, блять. Не, я не знал, убило, я пришел, стал, убило. Беги, малышка, беги! Ну нахуй, вот массай такой, стоит туда бежать. Да. Звезду следующую. А, все, хули уже нахуй. Ну я не знаю, я вот только что, короче, бежал, и мне только 12 000. А чем тебя убил? Настакал. Я ничего не стакал. Ну, если настакал, так... Да падайте, алё, вы чё, прикалываетесь? Ничего не делается. Сейчас, вот это вроде... Ледяной склеп 17 000. Так, хп 20 000. Так, чё там, ледяная аура? Вот ты, наверное, за первым склепом не скинул стаки, да? Я не знаю, там вроде скидывал. Не знаю, нахуй. 2 стака было, значит, ты не скинул нихуя. Ну как, я стоял вот за вот этой меточкой. Значит, нет, ты. Масок. Значит, ты не стоял за ней. Пизду, блядь. Ой, заебали. Все, всем до завтра. Завтра приходим. 2 босса убили, принцов и... А, еще мы Лану убили. Так, получается, 1100. Ой, можешь сказать мне наших хилов в хейме сейчас, на данный момент? Ну, вот которых видишь, и все. А вот Холидэ Ц, который у нас есть, он... Слабенький, наверное, еще. Завтра приходим.